овсянка. Хлеб из овсянки, маслом из овсянки, с овсяным молоком, овсяна блин и другая овсяна хрень. Мы стали забывать, на каких ПП-завтраках мы все росли. И сегодня мы приготовим с вами ПП-завтрак по рецепту бабушки. Берем сковороду и добавляем туда буквально капельку подсолнечного масла. Идеально. Так как для бабушки растущий организм, добавляем туда яйца. Парочку. Десятков. С пылу, с жару. И, конечно, бабушка никогда не оставит вас без кусочка хлеба. Без одного кусочечка хлеба. Вот такой простой рецепт от бабушки с любовью. И попробуй все не съесть. Блин, чего фигня? Кто здесь? Ай, блин, куда я телефон свой задевала? Ай! Ой! Ай, блин! Так, о! Ну, вроде никого нет. Ну, вроде просто электричество выключили. Не пущу! Да я просто квартирой ошибся! Мне 27, моей маме нужен зять! They say into your early life romance came and it night came and it night came. День, когда земля остановилась. Когда все вокруг потеряло смысл. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. И есть только одна цель. Все началось. Девочки, привет! С вами коуч-пууч, тренер-хренер Анфиса. И сегодня мы поговорим с вами, как похудеть к лету. Первое. Находим упражнения и добавляем их в закладки. Второе. Находим рацион питания для похудения и добавляем в закладки. И завтра вообще забываем, что мы что-то искали и сохраняли.
Третье. Берем вилок цветной капусты и пока жрем что-нибудь вредное или мучное, строго смотрим на цветную капусту. Желательно, не моргая. И вуаля! Мозг думает, что мы все это время едим цветную капусту, и жир не откладывается. Визуализация в действии. Четвертое. Обязательно в течение дня пить как минимум 2 литра свежей, чистой, питьевой колы зеро, кофе или чая. Вода, девочки, это мейнстрим, это не для нас. Пятое, девочки, алкоголь убираем. Убираем в холодильник, потому что он же теплый будет. И соблюдая эти простые советы, девочки, вы обязательно, обязательно похудеете к лету. Правда, не к этому, но и вряд ли к следующему. Пасха! Изюм я не ем. Ну, куличи всем взяла. Someone like you! Жень, ты яйца покрасил? Я вот эти яйца просила тебя покрасить. А у меня свои яички. Петрова, зайдите. Присаживайтесь. Вы продаете телефоны. Угу. И я вызвала вас потому, что вы каждому телефону продаете чехлы. Дополнительные аксессуары, все по регламенту. Но вы чехлы автомобильные продаете. Так хорошие чехлы же принимают форму ягодиц. Эко-кожа? Эко-ткань. У вас есть деньги, вам продам без скидки всего за... Петрова! Зато я у вас лучший работник месяца. Вы лучший работник месяца, потому что вы единственный работник этого филиала. Вы лучший работник месяца. И вы же худший работник месяца. Надо признать, вы ценный сотрудник, потому что только вы работаете у нас по графику 30 через 0. Поэтому я решила сделать график вам попроще. Теперь вы будете работать 20 через 0. Ну и зарплату, конечно, мы сократим, все-таки не 30 через 0. Вот чувствую, что вы меня где-то дуете, но не могу понять где. Собственно, именно поэтому вы у нас и работаете. Все, идите. Ну и фотографии чехлов мне на WhatsApp. Ага.